огромное за поддержку. Я, конечно, с трудом еще понимаю, что происходит. Я рад, что, собственно, как бы справедливость восторжествовала. И уголовное дело прекращено. Я надеюсь, что, собственно, расследование продолжится. И я, собственно, надеюсь, что никто больше не окажется в такой ситуации, как оказался я. Я никогда, у меня даже мысли такой не было, что это может когда-то произойти со мной. Собственно, вряд ли я буду моим компенсацией моего морального ущерба будет тоже, если такое больше никогда не будет происходить в Москве. Все более-менее нормально, мне нужно немножко прийти в себя. Но я хотел бы немножко сейчас прийти в себя. Все это произошло так быстро. И спасибо вам, в частности, за это, за то, что вы меня поддерживали. Как мне сложно это все представить. Давайте, я думаю, отпустим Ваню. Ваню домой. Спасибо большое. Здорово, коллеги, коллеги, идите. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.